Ну что, друзья, мы в Подмосковье, и это репортаж о том, как перерабатывается пакет с пакетами. Полимер, песчаные изделия. Сейчас мы вам покажем все подробности. Все пакеты, которые вы нам сдаете, особенно фольгированные, можно превратить в классную продукцию. Вот это, например, плитка для защиты кабеля. Есть и другие виды плитки. Тротуарная, есть водоотливы, есть заборчики для грядок. Все это мы сейчас посмотрим. И все это делается здесь. В основе полимер песчаной плитки – песок, обычный речной песок. И, конечно, его должно что-то склеивать. Это полимер, большая часть – полиэтилен. Ну, там могут присутствовать и другие добавки, других пластиков. У любой промышленности бывает брак. И вот это брак этикетки. Видите, как много полимеров. Это фольгированная пленка, и она пойдет в полимер песчаную плитку. А вот это не брак, это обрезь, краешки от пакетов или этикеток. Их очень много, их тонны образуются на любом производстве большом. Их путь тоже в полимер песчаную плитку. Ну что, узнаете эти кипы? Да, вы их видели на нашем складе, теперь они здесь. Кипы пакетов ждут дробления и отправки в плитку. Первая стадия. Пластик надо сначала раздробить. И это большая дробилка. Сюда забрасывается пластик и дробится. Ну вот вы узнаете свои дойпаки. Хорошо, что вы все это помыли. И это отправляется в дробилку. А это тюбики. Тюбики вы тоже помыли. Молодцы. Вот это уже подготовленный пластик. Видите, он передроблен, подписан. И к каждому бигбэгу подготовлен пакетик красителя, чтобы продукция получалась одинаковая. За моей спиной экструдер. Это большая горячая мясорубка со шнеком внутри. Видите, какие температуры? При 230 градусах пластик переплавляется в новый материал. Сюда уже забрасывается смесь песка и пластика в определенной пропорции. Там она плавится. И вот он секрет. Это краситель для того, чтобы плитка получалась однородной. Брак материала туда же отправляется в переплавку. Безотходное производство. Ну, здесь целое искусство. Мастер должен очень быстро из горячей массы сформировать каждую плитку. Практически ручная работа, но такая технология и мастерство. И вот здесь уже под прессом выплавляется новая плитка. Она еще горячая. Вы видите эти маленькие крапинки фольги? Да, это фольгированная пленка. А плитка для защиты кабеля под землей. Очень нужная вещь. Очень много видов полимеров, особенно композитов, разные сложные виды упаковки, детали сломанные, промышленный брак, обрезь и так далее. Все это можно отправлять в полимер песчаную продукцию. Хорошие качественные изделия, долговечные стройматериалы, они нужны всем. И это очень хороший путь для сложных видов отходов. Давайте пробовать замыкать этот круг и отправлять все, что можно, в эту технологию.